Привет, друзья! Сегодня приготовим вкусное рассыпчатое печенье с нежным ванильным кремом. Это печенье словно маленькое пирожное, просто тает во рту. Очень вкусно с чашечкой ароматного кофе. Сначала приготовлю начинку. В сотейник кладу 2 желтка. Добавляю сахар, крахмал и вливаю молоко. Все хорошо перемешиваю. Вливаю ванильный экстракт, его можно заменить на 1 чайную ложку ванильного сахара, и еще раз перемешиваю. Сотейник ставлю на средний огонь и при постоянном помешивании довожу смесь до загустения. Как только масса загустеет, сразу же снимаю с огня, накрываю пищевой пленкой в контакт и даю полностью остыть. Готовлю тесто. В миску разбиваю яйцо, добавляю сметану, сахар и все хорошо перемешиваю. В отдельную посуду всыпаю муку, соль и разрыхлитель. Все перемешиваю. Добавляю холодное сливочное масло и руками перемешиваю с мукой до крошки. Вливаю яйцо со сметаной и замешиваю тесто. Отрезаю ножом примерно 1/3 часть теста. И кладу ее в морозильник. Крем для начинки остыл, перекладываю его в кондитерский мешок. Ту часть теста, которая была больше, раскатываю в пласт толщиной примерно 5 мм. Круглой формочкой вырезаю кружки. Диаметр моей формочки 7 сантиметров. Кружки переношу на противень, а обрезки нужно будет собрать и снова их раскатать. На каждый кружок теста наношу начинку. И сверху на крупной терке натираю кусочек теста, который мы предварительно заморозили. Натертое тесто поправляю и выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут. Готовое печенье посыпаю сахарной пудрой. Печенье нежное, воздушное, рассыпчатое, с тонким ванильным ароматом. Печенье словно невесомое облачко. Очень вкусно. Такая выпечка удивит каждого.
Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!